Считать по-нашему мы выпили немного. Не воруй ей Бога, скажи, Серега, и если бы водку гнать не забило, так чё б нам было с трёх, с четырёх, с пяти бутылок? Вторую пили были с прилавку в закуточке, но это были как раз ещё цветочки. Потом скверу, где детские грибочки, потом, я помню, дошел до точки. Еще б я пил из горлышку с устатку и не евши, но я как стекло был, ну то есть остекленевший. А уж когда коляска подкатила, тогда у нас было 700 нарыло. Мы, правда, третьего насильно затащили. Ну, тут промашка, тут, конечно, мы переборщили. А шо очки товарищу разбили, так кто портвейном, так сказать, усугубили. Товарищ первый нам сказал, что вы, говорит, уймитесь, что не буяньте, говорит, мол, разойдитесь. На разойтись я, кстати, сразу же согласился и разошелся, ну то есть расходился. Но если я кого ругал, карайте строго. Но я-то вряд ли, я вообще-то не ругаюсь, скажи, Серега. А что упал, так это от волнения, от осознания, так сказать, и просветления. Не забирайте, люди, плачут дома детки. Я мужик в химке, а мне в медведке. А и все равно автобусы не ходят, метро закрытое, в такси не содят. Приятно все ж таки, что нас хоть уважают. Гляди, подвозят, гляди, сажают. Проснешься утром, не петух прокукарекал, сержант подымет, ну, как человека. Нас чуть не за музыкой проводят, как проспимся. Я рубиться начал, слышь, Сергей, опохмелимся. И все же, брат, трудна у нас дорога.